Я видела себя ведущей, я стала ведущей. Я видела себя на сцене, я была на сцене. И голос, как у бабки. Для меня ТикТок — это жизнь. Я никогда еще не сказала ничего умного. Ну ничего страшного. Тяу-тяу-тяу-тяу. Я не такой человек. Никогда такое не говорю. Сейчас ляпнула. Всем привет, дорогие друзья, это канал Золотого Яблока и ваша любимая рубрика How to Beauty. Конечно же, ведущая Лена Богданович. И, как вы знаете, мы всегда прислушаемся к вашим пожеланиям. Поэтому сегодня у нас в гостях та, о которой вы так долго нас просили. Встречайте, мисс Харизма Юля Гаврилина. Всем привет, я рано, я начала пить. Ну, ничего. Я уже выпила, я думала, что это для меня. Это все для тебя. Посмотри, какая у нас сегодня с тобой. Ты так спокойно начала, ты так спокойно разговариваешь, что я начинаю нервничать, потому что я не люблю спокойно разговаривать, чувствую себя, как будто на экзамен. А выпьем за мужиков. Ой, в общем, все, что здесь есть, пожалуйста, угощайся. А, собственно, давай объясню тебе, почему у нас сегодня такая атмосфера. Почему здесь микрофоны? Так. Мне кажется, что в тебе уживается действительно две личности: такая яркая зажигалочка, популярная звезда. И в какой-то момент просто. Девчонка, которая любит вкусно покушать, посмеяться. И поэтому, собственно, мы воссоздали атмосферу сериала из детства «Ханна Монтана». Скажи, ты его смотрела? Да, да, реально? Черт возьми, реально, это был мой любимый сериал «Ханна Монтана» на Дисней. Понимаешь, почему все это здесь? Я сегодня «Ханна Монтана» получила. Да. Так нет новости больше. И на самом деле получилось, реально получилось. Я себя чувствую в каком-то американском сериале. Мы очень рады, что тебе нравится. Будущем. Будущем. А, ну, собственно, ты, кстати, сама рассказывала про то, что действительно в тебе очень часто борются, так сказать, две личности. 10. Популярная звезда, как я уже сказала, и более спокойная, тихая Юля. Ну, тихо я редко когда бываю, скажу тебе честно. Но именно брать то, что разговаривать нормально или нет, я люблю не разговаривать нормально, потому что меня никто не понимает. Реально, я начинаю всегда путаться, господи, боже мой. На самом деле, это правда. Во мне живет несколько личностей. Веселая, грустная, ноющая, злая, добрая. Это все я. Юлька, шпулька. Мне кажется, просто многие творческие люди с этим сталкиваются. Mm-hmm. Расскажи, как ты переживаешь эти моменты? И вдохновляют ли они тебя, возможно, на что-то для творчества, для создания нового творчества? Смотря какие моменты. Грустные какие-то? Да, вот эта вот борьба грустной и энергичной. Ну, на самом деле, я считаю, что грустить нужно всегда, когда тебе хочется. Не нужно держать в себе, показывать фальшивые эмоции, что тебе хорошо, а внутри грустно. Я не такой человек. Если мне грустно, значит, пусть весь мир знает о том, что мне грустно. Если мне плохо, значит, пусть все знают. Ну, не всегда, правда? Чаще всего я, конечно, скрываю свои эмоции, пытаюсь быть всегда веселой, дарить позитив. Бодипозитив. Почему ко мне вдруг пришло это слово, не знаю. Ну, не знаю. Я чаще всего показываю себя настоящую, и меня это никак не мотивирует до того момента, пока не произойдет что-то хорошее. Ну, например, сегодняшняя встреча с тобой, да. Спасибо тебе большое. Не могу. Угощайся клубничкой. Прямо сейчас? Да. А что? Ты думаешь спать? Да, конечно. Ну, начнем нашу встречу с самого приятного тебя. Момента. Спасибо тебе большое. Так, но... я выберу... Да, давай, сейчас кажется, испортим всю картину Ханны Монтаны. Да ничего не испортим. Так, я предлагаю чокнуться клубничками и съесть. Раз, два, три. А эта камера пишет к тебе. Кушай. Я съем попозже. Кстати, пока Юля ест клубнику, хочу воспользоваться случаем и напомнить вам о мобильном приложении «Золотого яблока». Скачивайте прямо сейчас, потому что там огромный ассортимент, всегда классные скидки. А сейчас по промокоду «Шпулька» вы получите дополнительные 10% скидка. Ну, лично от тебя гарантирую, рекомендую. Вы знаете, что делать, поэтому давайте переходите в приложение, а мы продолжаем. А расскажи, пожалуйста, что помогает тебе отвлечься от каких-то, возможно, навязчивых и грустных идей, когда на тебя вот... накатывает это грустное состояние. Как ты с ним борешься? Ну, на самом деле, скорее это комментарии. Потому что как только я выкладываю какое-то грустное видео, либо просто видео, которое как-никак должно за собой нести грустный смысл. Ну, там, знаешь, какой-то отрывок из сериала, либо фильма. И все сразу начинают в комментариях. Хайпит, хайпожорка и так далее. Но я не такой человек, потому что я рассматриваю ТикТок как жизнь. Вот, для меня ТикТок — это жизнь. Этим он и отличается от других платформ, там, Ютуба, Инстаграма, потому что там ты можешь показывать себя таким, какой ты есть, и тебя никто не вправе осудить. Но я, видимо, ошиблась, потому что как только выкладываю грустное видео, начинаются эти комментарии, и именно они меня заставляют не снимать грустное видео. Mm-hmm. То есть ты реагируешь и достаточно близко воспринимаешь подобные комментарии. Я всегда была таким человеком, что воспринимаю все очень близко к сердцу, но за год я научилась...
меньше реагировать на это, если можно так сказать. Но, тем не менее, какой-то такой осадочек они мне в душу проламливают. В общем, ты проверяешь все комментарии. Конечно, я всегда читаю комментарии. Это, во-первых, должно быть уважение к своим зрителям, поэтому я всегда читаю все комментарии. Если я не отвечаю на все комментарии, то это не обозначает, что я их не вижу, я все вижу. Да. А расскажи, кстати, пожалуйста, про свою недавнюю операцию на нос. Как вообще все прошло, и были ли у тебя переживания перед этим, посмотрим. Мне кажется, важным моментом. На самом деле, я смотрю, все идеально красиво, ты очень красивая. На самом деле, я думала об этой операции, по-моему, с лет 13. Я уже рассказывала в других интервью, что я не знала, что у меня даже сломан нос, пока ко мне не подошла девочка и такая... У тебя кривой нос, тут собираются слюни и голос, как у бабки. И после этого каждый день я думала о том, что хочу себе ровный нос, как у всех людей. Поэтому к операции я эмоционально была готова. Скорее, дело было money-money, потому что у меня их не было, у родителей их выпрашивать как-то я не очень хотела. И как только я сама заработала на эту операцию, я пошла ее и сделала. Но после операции было, если честно, очень тяжело, особенно первые дни. Нет, ты не представляешь. Никто меня не поймет, кроме людей, которые не дышали носом от слова совсем. Потому что мне вставили тампоны, и я не чувствовала ни одного запаха. Вот это было очень тяжело. Mm-hmm. Но потом, знаешь, люди ко всему уже привыкают. Я привыкла. А потом мы сняли тампоны, и сняли все, и у меня нос супер классный, и мне все очень нравится. Могу нос с двух сторон. А было ли тебе страшно именно вот с момента перед операцией, когда ты уже знаешь, что все, сегодня операция, вот этот вот, может быть, легкий мандраж или нет? Или да. Ты была на спокойнике? Я, честно, была очень взволнована, потому что со мной еще никого не было рядом, кто меня прям сильно-сильно поддержал, только менеджер. И я такая ложусь, и мне начинают наркоз, по-моему, как это называется, вкалывать. И я такая, господи, очень боюсь, что я во время операции что-то почувствую, как мне там в носу что-то ломают. Но по итогу я просто за минутку отключилась, проснулась, а у меня уже целое... Все готово, как говорится. Да, все готово, как говорится, и все. Поэтому Правда. Было очень просто. Результат очень крутой. Но это было больше не на форму, а на выпрямление перегородки, потому что он у меня был кривой, ну а теперь он у меня ровный. И никто мне больше не скажет, что у меня неровный нос. Поговорим теперь немножко про важный, как мне кажется, очень аспект в жизни каждого, это про дружбу. Как ты вообще к этому относишься и поддерживаешь ли ты дружбу с ребятами, например, с детства? На самом деле все ребята с моего детства ушли и остались в детстве. Получилось так, что все мои самые близкие друзья сейчас в раннем детстве жили вообще в других городах. Mm-hmm. То есть все... Я даже представить не могла, что у меня там будет лучшая подружка с Перми, с Ростова, с Беларуси, с Питера. И вот это все сейчас получилось. Я такая, господи, как это? Очень люблю дружбу, если честно. Думаю, она существует. Просто не все нужно рассказывать своим близким друзьям, я так считаю. Вообще не умею нормально объяснять. Есть какие-то ограничения? Ну, скорее, да. Я же не могу прям всем-всем поделиться в принципе ни с кем. Нет ни одного человека, которому я расскажу абсолютно все, что я считаю и чувствую. Я думаю, так у всех. А так, посплетничать, о чем-то порассказать, классно провести время, я всегда за. Но у меня очень маленький круг друзей, потому что я почти не доверяю людям, поскольку из-за того, что много подписчиков и так далее, очень много лицемерных людей, которые хотят получить только пользу от меня. Угу. Понятно. Понятно. Назови, пожалуйста, три качества человека, с которым ты никогда ничего не захочешь иметь общего, которые тебя точно 100% будут отталкивать. Слушай, ну, во-первых, я считаю, что никогда не говори никогда, потому что может произойти все, что угодно. Угу. Ты можешь общаться с этим человеком, я не знаю, иметь с ним дружбу, иметь с ним любовь, какие-то взаимоотношения между вами, но потом эти качества в нем вскроются. То есть не все же люди свои самые плохие качества показывают сразу. Поэтому, ну, наверное, первое... Ладно, хорошо, давай перечислим. Первое, что меня 100% оттолкнет, это когда человек врет. Угу. Вранье, лицемерие какое-то. Не знаю, очень сложно. Блин, не знаю, честно, мне очень сложно перечислить какие-то качества, потому что они могут быть в человеке, но он может просто их не показывать до определенного момента. Ну да, потом всплывет, и ты поймешь. Нет. Да, не стоило лучше. Не знаю, честно, не знаю, как перечислить эти качества, ничего в голову не лезет, потому что я стараюсь видеть в людях только хорошее. Какой ты пупсик. Выпьем. Немножко милкшейка. Нет, ладно. Не буду опять эту песню.
Ты, кстати, говорила, что тебе намного приятнее, легче дружить именно с парнями. Расскажи нам, с чем это связано? Ну, на самом деле, я думаю, что это всем давно понятно. Это, знаешь, мне кажется, многие девочки так говорят, что парни проще, что ли, относятся к дружбе, и вы можете встретиться раз в месяц, и они тебе не будут ничего предъявлять. А девочки такие больше любят заморочиться. Вот, почему ты не пошла со мной гулять, я на тебя обиделась и так далее. А парни не обидчивые, с ними очень просто и легко общаться. Нет никаких корыстных целей, нет мысли о том, что вот, она сегодня выглядит лучше, чем я. У девочек есть такое. Кто-то это скрывает, кто-то это не показывает, кто-то показывает. Но у девочек есть такое, как ни крути. А у мальчиков нет, им вообще пофиг. А что касается, кстати, девочек, с кем у тебя самые крутые и, возможно, доверительные отношения именно из дома? Ну, вообще, я со всеми девочками довольно-таки близко общаюсь, но поскольку я сплю с Катей, то, как ни крути, мы с ней больше всего проводим времени вместе. Сплю с Катей. А если у вас бывают, кстати, какие-то ссоры, то, как правило, на почве чего они? И как вы их обычно решаете? Честно, я вообще не конфликтный человек. Я стараюсь избегать конфликтов. Если я кого-то обижу, я сразу же подойду и скажу: прости, пожалуйста, я вот не подумал. У меня бывает такое, я ляпну что-то, и потом до меня дойдет. Я сразу извиняюсь, потому что не завожу конфликтов. Я думаю, они ни к чему хорошему не приводят. Это только обиды, которые могут оставаться и только накапливаться, и будет непонимание между людьми. Вообще ни с кем почти не ссорюсь. Правильно, позиция. Это может быть из-за того, что кто-то возьмет мою кружку. Я такая: эй, ты зачем взял мою кружку? Тут же написано русско по белому, Юлька Шпулька. А он ее берет зачем-то. Это вот максимум, из-за чего, мне кажется, могут быть ссоры. Очень мелочи. Ну да, бытовые такие, знаешь. Бытовуха всех разрушит. А теперь давай поболтаем немножко о твоей музыкальной карьере. Давай. Расскажи, какие ощущения ты испытываешь, когда выходишь выступать на сцену? Ой, слушай, я не знаю, как тебе передать эти эмоции словами. Потому что как только я выхожу на сцену, я отключаюсь. Я не знаю, есть ли люди, которые, когда выходят на сцену, петь свою песню, думают о том, какое сейчас делаю движение, куда посмотрю. У меня отключается по щелчку пальцев, и я не знаю. Все идет само собой. Я просто летаю, плаваю, отступила. Я, как обычно, ухожу со сцены всегда неумело, нелепо. Я такая: всем пока, с вами была Юлька Шпулька, и убегаю. То есть я никогда еще не сказала ничего умного после своего выступления. Надеюсь, это когда-то случится. Все вместе ждем и верим. Обязательно. А ты помнишь, кстати, эмоции, когда вот именно первый раз ты вышла? Слушай, ну я очень переживала. Да? Первое мое выступление, это было с песней «Жужу» на выпускном парке Горького. И на этом выпускном были мои одноклассники. И я должна была быть там вместе с ними. И я выхожу на сцену, а моя песня «Жужу» вышла только сегодня. И никто там не знает почти слов, только на припеве. И я там стою, танцую, понимаю, что почти никто мне не подпевает. Я такая: как классно, я сейчас выступаю. Выхожу и думаю: ну все, капец, никто не знает моих слов, расстроилась и так далее. Но по итогу мое выступление в парке Горького собрало больше всех просмотров, выше всех поднялось в тренды, и я такая: да, Жужу. Вот так всех вот уделала. Ну, Юлька Шпулька. Мы, конечно же, следим за всеми твоими соцсетями, за твоим ТикТоком, и знаем, что твоя аудитория тебя очень сильно любит и называет себя Шпулики. Правильно? Да, да, я называю их Шпулики. Шпулики, да. Они меня называют Юлька Шпулька. И это на самом деле очень ценно, что когда есть такая поддержка. А были ли какие-то, возможно, запоминающиеся подарки именно от подписчиков? Слушай, ну, по мне, самые запоминающиеся подарки — это которые сделаны своими руками. Я всегда читаю письма, которые мне пишут девчонки, мальчишки. Для меня это так трогательно всегда. Вот храню всякие письма от ребят. Класс, хотела спросить, хранишь ли ты их? Храню. Потому что я их читаю, там столько любви, и читаю, и думаю: господи, неужели меня кто-то так сильно любит просто за то, что я живу на этой планете, хожу, просыпаюсь, ем, снимаю какие-то тиктоки, истории. И когда до меня это доходит, честно, до сих пор не доходит, я в шоке. Потому что это невероятно, когда тебя любят просто за то, что ты есть, и еще такое количество людей. Потом я сохраняю рисунки. Потому что они всегда такие какие-то красивенькие. У меня вот до сих пор лежит один, девочка подарила, и я все его хочу на стенку повесить, нужно, пока мы переедем в новый дом. И вот недавно мне девочка подарила игрушку. Я ее тоже оставила вместе с ней, сплю. Зайчик такой розовенький, кстати. Все храню, все, что мне очень нравится, мне почти все нравится, оставляю себя на память. Мне кажется, особенно когда грустно, взглянешь на это, и сразу настроение поднимается. Ну да, я с тобой согласна. А теперь представим, что тебе скажут выбрать что-то одно. Карьеру, выступление, популярность или
доверительные и очень такие теплые отношения с молодым человеком. Что бы ты выбрала, если нужно было бы выбрать что-то одно? Слушай, ну, при желании можно совместить любые дела. А вот если бы, нужно было выбрать? Но если стоит вопрос «любовь или карьера», я уже отвечала на этот вопрос, я бы выбрала любовь. Потому что меня пугают мысли о том, что, как тебе сказать, вот знаешь, как будто две дороги, и я видела в своей жизни, что ты можешь любить всю жизнь человека, у вас все будет супер классно, но ты не добьешься своих целей, которые ты поставила еще в раннем детстве. Будешь смотреть на других ребят, которые смогли это сделать, и такой, блин, а я мог быть бы там. Или выберешь карьеру, у тебя все получится, у тебя, я не знаю, будут деньги, большой дом, много путешествий и так далее, но не будет рядом любимого человека. И в этот момент тебе тоже будет грустно. И знаешь, самое хорошее во всем этом — это все соединить, но все-таки, если бы прям стоял жесткий выбор, либо любовь, либо карьера, то я бы выбрала любовь. Потому что все мы, девочки, считаем, что миром правит любовь. И Ольга... Это ладно, Гелька Шмулька. А чем парень может тебя так сильно зацепить, что время провождения с ним будет для тебя на первом месте? Честно, я никогда не понимала, что может меня прям сильно зацепить в человеке. Вот есть девчонки, которые составляют свой идеал парня. Да. У меня никогда такого не было. Меня всегда цепляло только одно в парнях. Когда парень меня добивался. Потому что не было ни одного мальчика, который меня не добивался и начинал со мной какие-то отношения, романтические свидания и так далее. Каждому нужно было добиться моего внимания, и меня цепляло именно это. Упорство. Именно, да, упорство, что он проявляет знаки внимания, видит, что ты ему отказываешься, а он не останавливается, он не останавливается и все равно идет. И меня это всегда цепляло и привлекало в парнях. У меня вот, например, нет никакого идеала парня, чтобы у него 100% был такой-то цвет волос, такой-то цвет глаз и так далее. Не знаю, мальчики, я вам скажу одно. Девочки все ценят поступки. Все правильно. Это вот прям... Точное попадание. А ты очень открыто ведешь свои соцсети, и действительно за тобой интересно наблюдать, как такой сериал. Представим, что если бы это действительно был сериал, как бы ты его назвала? Раз мы сегодня обозначили стиль нашей вечеринки практически Ханна Монтана сериал, а твой личный сериал? С чем бы он у тебя ассоциировался? Интересный вопрос. Я частенько задумываюсь о том, когда еду в машине, смотрю в окно, включаю одну песенку, я уже в историях у себя рассказывала, она такая супер грустная, знаешь, как в фильмах, когда едут, что-то случается, и вот ее слушаю, смотрю в окно и думаю о смысле своей жизни. И постоянно думаю о том, что если бы сейчас была камера и снимала бы каждый момент в моей жизни, я думаю, это было бы очень круто. И я бы посмотрела, честно говоря, фильм о самой себе. Но как бы он назывался, это уже другой вопрос, честно. Может быть, попросим у наших зрителей придумать название фильма, потому что мне сложно оценить свою жизнь и назвать названием, господи, вот просто гений. Назвать ее, блин, да! Придумать название, конечно. Да, вот, придумать, господи, ты меня просто сейчас спасла. Придумать название, в комментарии пишите, как бы вы назвали мою жизнь, но, если бы это был фильм. Да, мы все обязательно будем ждать этот фильм или сериал. И обязательно будем смотреть. Вообще, давайте просто все вместе ждать фильм или сериал с моим участием. Я жду. Кстати, скажу, у тебя есть такое в планах? Ну вот реально. Честно, у меня есть такое в планах. Я не знаю как, всегда себя где-то вижу. Если я себя заранее где-то вижу, значит, я там буду. Я видела себя ведущей, и я стала ведущей. Я видела себя на сцене, я была на сцене. И у меня так совсем. Жду, пока я буду в каком-то фильме или сериале очень крутом. Я знаю, что это будет, 100%. Вообще, я никогда такое не говорю, сейчас ляпнула. Мне это обычно в голове хранится, и никому такое не говорю. Господи, я что, дурочка, затем, что ли? Просто обычно на всех интервью и говорю, и буду говорить, если что, вы этого никогда не видели и не слышали, что не люблю говорить заранее, лучше покажу на деле. Но, молодец. Простите, проболталась. Прошу прощения. Чтоб все сбылось, исполнилось и осуществилось. Да, главное, чтобы порчу никто не... Ладно. Так, ну что, спасибо тебе огромное за такие прекрасные ответы на наши вопросы. А теперь приступаем. Слушай, может, порежем чизкейк? Возьмем тарелочку. Представляешь, какой он вкусный? Малина. Будем выполнять первое задание? Так. Знаешь, чем его суть? Нет.
В общем, сейчас я буду тебе называть людей, которые активно ведут свой ТикТок. Я буду называть их парами. А тебе нужно будет с каждой пары выбрать только одного участника. Сказать, с кем бы ты хотела записать видео совместное. Окей. И потом потихонечку мы выберем в итоге только одного человека. Хорошо, давай. Интересненько, да? Давай. Итак, первая пара. Катя Адушкина или Карина Крамбэйби? Ну, наверное, не знаю, такой странный вопрос. Я к двум девочкам очень хорошо отношусь, но поскольку с Катей Адушкиной у меня уже был совместный ТикТок, к ней на аккаунт, поэтому давай Карина Крамбэйби. Так, следующая пара. Настя Ивлеева и Лиза Анохина. Ну, поскольку с Лизой Анохиной мы вроде тоже что-то снимали, давай Настя Ивлеева. Окей, запоминаем. Дальше. Кайли Дженнер или Уилл Смит? Наверное, Уилл Смит. Дальше. Последняя, кстати, пара. Ну, все-таки Кайли Дженнер на фоне меня будет смотреться очень, ну, нелепо, будет как-то неудобно перед ней. Чарли Д'Амелио или Белла Порч? Чарли. Отлично. Так, ну что, ты помнишь, кого мы оставили в первой паре? Мы оставили Карину. Карину. Так, Ивлееву. И Настю Ивлееву. Теперь выбираем Карина или Настя? Ивлееву. Окей. Дальше. Уилл Смит или Чарли? Посложнее задачка. Чарли. Так. Ну, все-таки больше тиктокер. Чарли и Настя Ивлеева. Ну, пусть будет Чарли. Вот такой. Ну, все-таки она больше тиктокер, чем Настя. Вот Настю, такой, прости. А это было первое задание. Mm-hmm. И теперь пришло время обсудить, что? Конечно же, твою косметику, которую ты сегодня к нам принесла. Сейчас расскажешь все про свой макияж, про продукты, которые ты любишь, для чего что используешь. Так что мы ждем Натали. Натали, выходи к нам. Смотри, какая она. Идет. О, господи. В каком костюме? Выходи. О, май бог. Это ты, что ли? Это я. Ты похожа на Клаву Коку. Это Клава Кока? Были такие комментарии. Но у меня есть сомнения, точно нет. Ты очень похожа. Да нет. Особенно, когда волосы спрятала. Клава Кока, это ты? Иногда заходит к нам. Ладно. Так. Ну что, рассказывай, что у нас здесь есть. Начнем с ухода или с декора? С уходом. Давай. Потому что это самое нелюбимое. Ну смотри, на самом деле все очень просто. Так, на подносике я никогда не храню свою косметику. Что мы с ней сделали? Мы ее красивенько разложили. Ну ладно, понимаю все. На самом деле из уходов здесь все очень и очень просто. Это смывка для макияжа. И еще одна, смывка для макияжа, это сыворотка с витамином С, которой я очень редко пользуюсь, но тем не менее пользуюсь, потому что, ну, кажется, мне все-таки очень. Кожа очень хорошая. Так, а вот этот крем, который я постоянно ношу себе на кожу. Это Эллис? Да. Суперфуд. Ты шаришь, я чего не могу. И он на самом деле подходит идеально перед нанесением макияжа. Очень его люблю. Самый мой. Это, кстати, линейка для молодой кожи. Так что берите на заметку. Я уже сказала. Да? Ну, я повторила. Вот, это... Очень крутые ампулы, кстати. Да. Вот ты видишь мои руки? Я уже тебе дала попробовать, она и оценила. Это на самом деле я прохожу целый курс, чтобы моя кожа была гладкая, сияющая. Все годы моей жизни, а не только сейчас. Да, эти ампулы с гиалуроночкой. Так, тут вообще все очень просто. Это патчи. Хочешь, сейчас нанесем тебе быстренько? Не, у меня макияжик, все убежит. Но ну патчи хорошие, кстати, я их люблю. Супер-пупер патчи, кто не пользуется патчами, у того синяки под глазами. Вот. Ну, это, знаешь, такое, мне кажется, самое интересное, потому что у каждой девочки индивидуальный подход кожи и так далее. А теперь декоративная косметика. Да, ну, декоративная косметика. На самом деле, это тональный крем, которым я постоянно пользуюсь, он идеально подходит под мою кожу. Очень сильно его люблю, а еще я безумно люблю свою неуклюжесть. Это, кстати, сейчас здесь почти лежит все, что я использую для своего ежедневного макияжа. То есть я сначала наношу тональный крем, потом наношу консилер. Вот он, кстати. А это просто, консилер? Да. Просто очень много девочек, кто интересуется, чем я крашусь. Угу. Поэтому вот показываю, это удачный случай для вас. Потом наношу консилер. Далее у нас идет подводочка, чтобы сделать стрелки. Ты любишь стрелочки? Не очень, потому что я их некрасиво рисую. Но это так, к слову. Это мои помадки, которые я постоянно наношу на свои губы. То есть у меня часто девочки спрашивают, какие я использую. Это вот три, и плюс еще карандашик, я его просто с собой не взяла. И все, и ваши губы выглядят идеально. Это, по-моему, карандаш для бровей, да. Не-не-не, это для межреснички. А-а-а. Для глаз. А это? А я покупала для бровей. Так, ладно, теперь я буду знать. Ты можешь стрелочки рисовать. Но я рисую им еще
вот там брови чуть-чуть можно. Короче, можно сделать стрелочки себе, а можно и губёхи вот так вот накрасить, потом разошивать, и все будут думать, что это карандаш для губ. Поэтому можно использовать в разных видах, да. Все-таки мы все девочки лайфхакерши. Дальше у нас идет еще один блеск для губ, тушь для ресниц моя, кстати, самая любимая, потому что она офигенно прокрашивает мои реснички. Ну, не знаю, вообще ничего интересного, не люблю особо рассказывать про косметику, если честно. Еще один тон, ну, легенький. Да, этот тон, но я его использую редко, когда жарко на улице. Поэтому, девчонки, все, кто интересовался, это вся моя косметичка. Можете так уже быть, купить себе такую же и пользоваться, и быть такой же красивой, как я. На самом деле, вы все и без косметики красивы. А без какого продукта из всего вот этого ты не представляешь свой макияж? Что самое главное для тебя? Слушай, честно говоря, ничего. Я могу запросто отказаться от косметики и вообще не пользоваться, но если прям какой-то крайний случай, то, наверное, я выберу консилер, потому что синячки убирать. А так мне вообще больше ничего не нужно. Люблю себя без косметики. Классно. Это так здорово. А в большей степени, кстати, у тебя преобладает люкс или масс-маркет? И как, кстати, ты вообще относишься к тому, что к предупреждению, что люкс-косметика равно качественная косметика? Так ли это для тебя или нет? Для меня нет. Я вообще не вижу никакой разницы люкс или масс-маркет и так далее. Мне вообще без разницы, сколько стоит косметика, никогда на это не смотрю. Если мне понравилось, то я куплю. Не понравилось, не куплю. И без разницы, сколько стоит люкс это или масс-маркет, у меня абсолютно разная косметика. Не знаю, я считаю, это как-то глупо, что ли, делить косметику. Кто пользуется масс-маркетской косметикой, тот плохой человек, и у него нет денег. Ну, не знаю, это вообще бред, мне кажется, и тупые стереотипы. А вот если выбирать что-то самое любимое, например, из бюджетного, что у тебя самое любимое? Я, честно говоря, даже не знаю, сколько это все стоит. Ну, ладно. Ну, в общем, мы поняли. Да, девочки, вообще, мне кажется, что если реально существуют такие люди, которые говорят, что если косметика дорогая, то на 100% качественная, то это, пожалуйста, бред, не думайте так. Нет никакой, вообще, мне кажется, разницы. Ну, это я так считаю. Может быть, я ошибаюсь, кто знает. А что из, возможно, бьюти-продуктов всегда в твоей сумочке именно личной? Есть что-то такое? Ну, если я накрашу губы, то с собой обязательно возьму блеск. Губы? Значит, да. Губы. А если мне не накрашено губы, то ничего не возьму. Понятно. Спасибо большое тебе. Ну, и, конечно же, я напоминаю нашим зрителям, что все, что сегодня нам показывала Юля, вы можете приобрести в золотом яблоке. Да. И по промокоду Шпулька получите дополнительные 10% скидка. Ребята, это все я купила в золотом яблоке. Поэтому запоминайте, реально продукты классные, обязательно добавляйте себе, успевайте пользоваться промокодом. Ну, а мы погнали дальше. Убираем косметику. Да. Ну, кстати, ребят, если вы сейчас вдруг за кадром подумаете, что это все обман, и это я купила не в золотом яблоке, то вы реально ошибетесь, потому что я недавно проводила прямой эфир, и там были вот эти все продукты, потому что я их, правда, обожаю. Поэтому никакой лжи, только правда, потому что здесь Юлька Шпулька. Ну что, убираем продукты и погнали. Клава выполнять Бога! Следующее задание. Ты меня смущаешь. Ну что, ты пока ешь клубничку? Да ничего страшного. Ну ничего страшного. Короче, следующее задание будет очень веселое, потому что нам с тобой за 60 секунд нужно будет сейчас накраситься супер яркими продуктами, а именно розовыми. Вот, поэтому нам сейчас все вынесут. Мы с тобой будем краситься. У нас всего 60 секунд. Да, не переживай. На самом деле, я уверена, что мы справимся. Не, ну если честно, я каждый день кажусь за 30 секунд. Тем более. То есть мне не страшно. А тут еще и дополнительные 30 секунд сверху. Так, а у нас будут кисти. Нет, у нас не будет кистей. У нас есть пальчики. Пальчик, спасибо большое. Который мы только что... Понти! Красивый, да? А, это не есть. Так, ну что? А все надо попробовать. Два зеркала или два? Ну, у тебя одно, у меня ничего. Вот 60 секунд просто, это реально мало. Да, я считаю. 30 будем открывать. Я считаю, что нужно без зеркала. Так будет так смешнее. Так будет смешнее, так, веселее. Так я решила. Не кто-то там сказал. Молодец. Это вот я сказала, и все. Раз, так, смотри. У Ханы Монтаны всегда очень яркие губы. Ага, а у меня хайлайтер розовый будет, чтобы еще больше свечения было в кадре. Я, походу, свои волосы испачкала. Так, хайлайтер. Я еще один возьму. Так. А не обязательно же, да, красиво делать? Нет, вообще не обязательно. Это же просто... Это будет у нас румяна. У меня получается? Ребят, очень хорошо. У тебя тоже прелестно просто. У меня такой цвет, мне он вообще не идет.
Слушай, ты как-то это мало себе, давайте тоже немножко. Оп, вот, смотри, как красиво. Юлечка, спасибо. О, теперь ты сияешь. Теперь давай тень добавим. А это что? Нам их не открыли. Это усложнение задания. Ты представляешь, тут стикер остался. Я не знаю, что еще делать. Еп! Так, розовый, розовый. Тени, 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 тени. Че, время еще есть, что ли? Ах, как классно. Еще можно переход сделать из этого цвета. Смотри, я тебе тоже помогу. Такая заботливая, слушайте, Юля. Я прям... Слушай, это выглядит прелестно. Давай, Тереза. Давай, подружки. Ой, руки. Давай, за наш прелестный макияж. Мы, считаю, прекрасно выглядим. Это самый красивый макияж на мне и на тебе. Как хайлайтер светится. Давай, посмотрим. Слушай, давай, я боюсь. Я думала, что я не сделала так плохо. Это как будто бы... Это даже не знаю, как описать. Нет, слушай, тебе не кажется, ну, как бы у тебя еще ничего? Ну, у тебя прям красиво, ярко, я бы сказала. Ярко, броско, акцентно. Я не думала, когда я крашу, что я делаю вот так. Слушай, ну, мы можем сейчас все поправить. Ну, слушайте, Ханна Монтана. Просто... А, это ранетки. Вот так вот, и представляем всем привет, образ. Если вы думали, что я не Ханна Монтана, то на самом деле я Ханна Монтана. И я не увеличивала свои губы, это просто немножечко вышло за контур. Чуть-чуть вышло за контур. Прелестно выглядите. Спасибо. Жесть. Юля, ну и почему ты опять залезла в мою косметичку? Это что такое? Ты себя видела? Иди быстро, умывайся. А что такое? Я не брала мам твою косметику. Ты думаешь, я бы стала брать твою косметику? Конечно. Вот это что у тебя? Вышло за татуировку. Смотри, у меня ничего нет. Ой, где? Сейчас. Давай, посмотри на себя. Чуть-чуть, незаметненько подкрасилась. Ну и что? Я считаю, мы разыграли идеальную Ленку. Мы прекрасные актрисы. В моей голове это было смешнее, ну ладно. Ну, а сейчас приступаем к приятной части нашего видео. Короче, собираем три бьюти-бокса для наших победителей из той косметики, которую ты сегодня нам приносила. Ты можешь выбрать три любимых продукта. Твоих, и мы их подарим нашим зрителям. А что нужно сделать для того, чтобы принять участие в розыгрыше? Помнишь, ты задавала классный вопрос по поводу того, как бы ты хотела, точнее, назвать. Как бы назвали, да, сериал или фильм моей про жизни. Тебя, о твоей жизни, да. Поэтому пишите в комментариях, по вашему мнению, как должен называться этот фильм или сериал. Количество комментариев не ограничено, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мы выберем самых лучших и подарим туда. Частичку меня. Да. Частичку меня. Ну, там уже будет часть моей косметики, правильно? Да, давай сейчас прямо в мобильном приложении «Золотого яблока» мы выберем эти продукты, которые ты нам показывала, и добавим их в корзину сразу же. Я думаю, начнем мы вот с этой помады, потому что она очень крутая. Она очень крутая. Это Urban Decay. Итак, давай. Наверное, да. Сейчас я добавлю ее. Urban Decay. Помада. Губы. Она очень крутая. Это настолько идеальный цвет и блеск в одном, что ты прям пальчики оближешь. Вот, кстати, вот это. Так, мы оттенок такой же saucy. Да. Окей, добавляем его в корзину. А, первый продукт добавили. Теперь дальше что еще подарим? Слушай. Крем, может быть, вот этот классный для молодых. Да, давай крем, потому что он подойдет абсолютно всем ребятам. Конечно. И перед макияжем. Это он настолько прелестный. Сейчас я вам покажу. Да, конечно. Че, поверх румян. Ой, он пахнет, наверное, приятно. Ой, как приятно. То есть так вот наносит на кожу, и получается прелестный макияж. Пока Юлька что-то наносит, да, я его добавляю. То есть, неважно, есть у вас макияж или нет, он все равно раскладывает кожу, и будет очень приятно. Суперфуд дэй крем, я его нашла. Все, добавляем его в корзину. Так вот, рога можно сделать. Ну, и мне, а можно мне, пожалуйста, еще? Да, конечно, сегодня же у нас под дэй, мы все такие Ханна Монтана. Ой, смотри, выглядишь просто прелестно. Слушай, могут писать комментарии, что тут не крем, но это другая история. Так, ну и третий продукт. Что добавим еще? Так, третий продукт, если честно, я бы добавила вот эту вот... Ампулы. Да, ампулы, да? Потому что это целый цикл нужно пройти, целый курс. И после этого ваша кожа засияет. Так, добавляем ампулы от Элизабет Арден с гиалуроновой. Мне кажется, я правда стала Ханной Монтаной, потому что я совершенно не понимаю, чем я сейчас занимаюсь. Я пока ищу сейчас секунду. Ладно, в общем, нашла. Посмотри на мою руку. Какое увлажнение у тебя сейчас будет? Добавляем в корзину. Ну что ж, я, конечно, не подарок, но тебя могу положить под елку. Я думаю, что мы собрали супер крутой бокс. Ты представляешь, это реально будут такие прям классные продукты, которые каждый сможет использовать для себя. А самое главное, я ими пользуюсь.
Вот посмотрите на мою кожу, смотрите, как сияет. Это все благодаря этим продуктам. Так, ну что ж, мы заканчиваем видео, да? Все? Да. Ну что ж, Юля, спасибо тебе огромное, что ты к нам пришла. Мне кажется, получилось очень классное видео. Спасибо тебе за все твои ответы. Тебе спасибо большое. На самом деле, я считаю, самое главное, что мы классно провели время. Да, это правда. А это стоит намного дороже любых комментариев и так далее. Ну что, а вы обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мы ждем ваши комментарии. И? До новых встреч и пока-пока. Всем пока-пока. С вами была Юлька Шпулька. Всех люблю. Пока. И золотое яблоко.